США тактично попросили Украину помолчать в отношении российского газопровода. Администрация президента Джо Байдена во время переговоров с ФРГ по «Северному потоку-2» призвала власти Украины не заявлять о своей позиции по этому вопросу. Более того, американцы не обошлись без угроз. Так, по сообщениям издания «Политика», публичное выступление украинцев против предстоящего соглашения может нанести ущерб двусторонним отношениям Вашингтона и Киева.